Здравствуйте! Это программа «Твой островец», студент Глина Миклис. Коротко о главном за прошедшую неделю. Депутат парламента Игорь Шалудин провел прием граждан и прямую линию в Гервятах. Профсоюз в курсе. Встреча актива профсоюзной организации работников культуры, информации, спорта и туризма прошла на Островичине. Как и когда платить имущественный налог? Разбираемся вместе с налоговой инспекцией. В проекте «Наши земляки» Евгений Орловский. 14 августа депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Шалудин провел прием граждан и прямую линию в Гервятском сельском совете. Подробности в следующем сюжете. Ну, я вот по поводу своего электроотопления. На прием к парламентарию обратился мужчина из агрогородка Варняны с одним из частых вопросов последних лет. Проведение новых электросетей или модернизация старых для того, чтобы подключить электроотопление. К слову, этот гражданин уже не единожды обращался с этим вопросом. Для детального изучения вопроса парламентарий связался с руководством РУП «Гродноэнерго». Основной задачей, доведенной Министерством энергетики Республики Беларусь, является удовлетворение спроса населения, обеспечение электроэнергии граждан для цели электроотопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления в необходимом объеме. Поэтому агрогородок Варняны включен в план реконструкции электросетей на 2024-2026 годы. Сейчас проект должен пройти экспертизу, после чего приступят к его реализации. А это значит, что обращения гражданина и всех желающих подключить электроотопление в агрогородке Варняны будут удовлетворены. Что касается прямой линии, то в этот раз звонков от граждан не поступало. Это говорит лишь о том, что на местах работа выстроена должным образом. Традиционно от граждан поступают обращения о состоянии дорожного покрытия, улиц населенных пунктов, вопросы электрификации, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства населенных пунктов. В общем-то, все достаточно традиционно. Но хочу подчеркнуть небольшое количество все-таки обращающихся наших граждан. В первую очередь, я убежден в этом, это свидетельствует о должном уровне работы в данных направлениях местной исполнительной власти. Ну, что касается меня как депутата Нижней палаты парламента, наверное, мне во многом здесь помогает и предыдущий опыт работы в должности председателя исполкома. Ну, собственно говоря, я точно так же строю и сегодняшнюю работу со своими, общение со своими избирателями. Любое обращение, оно не проходит мимо, либо оно решается в ходе приема и прямой линии. Вот буквально сегодняшнее обращение по поводу подключения электроотопления тому свидетельство, и, собственно говоря, в течение часа, ну, по сути, мы этот вопрос решили, хотя человеку, ну да, необходимо будет подождать еще, конечно, полгода до полного выполнения работ. Но, тем не менее, вопрос решен. Поэтому, ну, каких-то таких обращений, ну, пустяковых, что ли, их не бывает. То есть, все надо любой вопрос наших избирателей надо пропускать через себя, и тогда, ну, все будет достаточно эффективно решаться. Встреча с областным активом Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма прошла в многофункциональном культурном комплексе. На повестке дня были темы оздоровления, оформления документации, финансовая дисциплина и другие вопросы. Белорусский профессиональный союз работников культуры, информации, спорта и туризма представлен на Островичине райкомом и 5 первичками. Примечательно, что на протяжении многих лет членство в этом профсоюзе составляет 100%, а его лидеры успешно выполняют роль посредников между трудящимися и нанимателями. Яркий пример – председатель профсоюзной первички Островецкой районной библиотеки Татьяна Денюш, которую на очередном отчетно-выборном собрании единогласно переизбрали на второй срок. Вот уже на этой должности я второй год. Как бы стараюсь весь коллектив за собой тянуть, поддерживать. Ну, люди обращаются в связи с удешевлением путевок, с материальной помощью, с выплате единовременной помощи очень много обращений. Ну, стараемся подсказать, помочь.
наш коллектив очень дружный, хороший, самый-самый, наверное, лучший, один из коллективов. Мне помогают мои коллеги, без них я вообще как-то себя не представляю. Очень много мне помогла предыдущий председатель Францкевич Галина Игнатьевна. Огромное ей спасибо за это. Ну, как бы нравится. Все хорошо. Быть в курсе изменений трудового законодательства, охраны труда и других актуальных вопросов лидерам профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма помогают обучение, семинары и встречи с активом обкома. На прошедшей неделе Островечину посетил председатель Гродненской областной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма Денис Малевич со своей командой. Сегодня мы посещаем Островецкий регион, поскольку в рамках нашего обучения профсоюзного актива посещаем наши профсоюзные организации, районные организации, целью, опять же, оказания практической помощи, познакомиться, потому что прошла отчетно-выборная кампания в наших первичных профсоюзных организациях, обучить наших профсоюзных активистов, услышать какие-то вопросы проблемного характера. Действительно, они сегодня существуют. Есть много вопросов, которые касаются и типовых штатов наших учреждений культуры. Поэтому запланирован ряд тоже встреч с руководителями наших организаций для того, чтобы обсудить эти вопросы и решить, найти решение по данным вопросам. Ну, безусловно, пообщаться с нашими коллективами, обозначить какие-то наши вопросы и предложения, с которыми мы работаем, наши предложения от профсоюза, наши акции, льготы, гарантии, которые мы предлагаем для наших работников. Вот цель нашего визита сегодня такова. На повестке дня значились многие вопросы. Организация учета членов профсоюза, финансовая дисциплина в первичках и исполнение сметы доходов и расходов, оздоровление, культурно-массовая и спортивная работа, а также работа с молодежью. Отметим, что обучение было практикоориентированным и проходило в непринужденной дружественной обстановке. Проблемные вопросы, которые возникали в ходе работы, решались незамедлительно, с комментариями и примерами. И гости, и участники семинара отметили практическую полезность подобных встреч. А значит, в будущем они будут продолжены. А следующая тема нашего разговора – охрана труда на рабочем месте. Помните, что вы в ответе за вашу собственную безопасность. С 1 января налоги на имущество физические лица оплачивают одним платежом. До 1 октября налогоплательщики получат извещение, в которых будет указана общая цифра, которая включает в себя сумму налога на недвижимость, на землю и транспорт. Как оплачивать такой налог и когда истекут сроки его уплаты, разбираемся вместе с налоговой инспекцией. С 1 января 2024 года введен для физических лиц единый имущественный платеж, который включает в себя сумму налога на недвижимость, земельного налога, транспортного налога, подлежащую уплату физическим лицам. Срок получения извещения на уплату физическим лицом единого имущественного платежа до 1 октября 2024 года. Уплата налога на недвижимость, транспортного налога, земельного налога производится физическим лицом за 2023 год единым имущественным платежом не позднее 15 ноября 2024 года, вне зависимости от места и вида нахождения имущества, по месту постановки физического лица на учет. Оплатить единый имущественный платеж можно либо через сервис «Личный кабинет плательщика», через систему ЕРИП, либо через отделение банка или почтовые связи. Через сервис «Личный кабинет плательщика» необходимо зайти на сайт Министерства по налогам и сборам, выбрать сервис «Личный кабинет плательщика». Вход осуществляется по логину и паролю. Выбрать «Оплатить» и выбрать «Способ оплаты». Через систему ЕРИП необходимо выбрать систему расчеты, налоги, выбрать область, город, район, выбрать инспекцию Министерства по налогам и сбору по районам в зависимости от места регистрации физического лица. Для уплаты налога необходимо выбрать единый имущественный платеж и ввести учетный номер плательщика ОНП. Учетный номер плательщика вводится за главными буквами латинского алфавита без пробелов. Узнать свой учетный номер плательщика можно на сайте Министерства по налогам и сборам в электронном сервисе. Также физическим лицам приходит извещение на оплату единого имущественного платежа, в котором имеется QR-код. Если у вас есть такая функция, возможность, можно навести телефон на QR-код и произвести оплату единого имущественного платежа.
24 августа в Островце пройдет праздник города. Узнали, что ожидает островчан у заведующего сектором культуры Ольги Боярович. Мероприятие, приуроченное ко дню города, пройдут 24 августа на площади Ленина и в городском парке. Организаторами мероприятия выступают сектор культуры Островецкого районного исполнительного комитета и информационный центр атомной энергетики. Праздник пройдет под эгидой Вселенная 556. Это то, как Островец примерно будет выглядеть 100 лет тому вперед, где жители города и участники праздника смогут посетить локации, провести химические эксперименты, провести путешествия во времени, а также принять участие в турнире по робототехнике. 23 августа в многофункциональном комплексе социально-культурного назначения и творчества молодежи пройдут мастер-классы для учащихся учреждений образования по робототехнике. Само мероприятие начнется 24 августа в 13:00 с выступления Рижского эстрадного оркестра. На протяжении всего дня будут работать локации, организованные информационным центром атомной энергетики. В 18:30 состоится официальное поздравление жителей города с праздником. И в 20:00 все смогут принять участие в концерте с приглашенным артистом Олегом Майами. Евгений Орловский уже 10 лет как сельский житель. И сегодня лучшего места для жизни, чем Михалишки, он и представить не может. Хотя если бы об этом ему сказали еще пару лет назад, он бы не поверил. Родился Евгений в Островце, окончил среднюю школу номер 2 и целенаправленно поступил в БГПУ имени Максима Танка. Решил стать учителем географии и биологии. Да, я не ошибаюсь, этот статный мужчина в милицейской форме с детства мечтал быть педагогом. Я учился на бюджете, у меня было распределение, меня распределили инспекции по делам несовершеннолетних Первомайского РОВД города Минска. В данном управлении я проработал около 1,5 года. То есть, ну, у меня педагогическое образование, соответственно, можно было работать в инспекции по делам несовершеннолетних. Но понятно, что все-таки корни тянули домой, хотелось мне, вот, очень сильно. И поэтому я решил вернуться к себе на родину. Уже в, наверное, в 2014, в конце 2014 году я приехал в Островецкое РОВД, где мне было предложено стать участковым инспектором на территории Михалишковского сельского совета. Несмотря на то, что парень никогда не был и даже не представлял, где находятся Михалишки, любовь с этим красивым уютным агрогородком у Евгения случилась с первого взгляда. Поэтому мысли променять село на мегаполис у мужчины ни разу не возникало. К слову, и супруга Евгения с легкостью уехала из столицы за мужем. Вы видите Михалишковскую землю? У нас речка красивая, Вилли. У нас суперские леса. Вот. И здесь проводить какое-то даже свободное время, кроме милицейских занятий. Вот. Ну, очень хорошо, очень приятно, классно. Вот поэтому я когда сюда приехал, я когда все это видел, эту реку, эти красивые леса, я сразу влюбился и понял, что я тут буду жить долго. Сегодня старший участковый инспектор милиции отдела охраны правопорядка и профилактики Островецкого РОВД Евгений Орловский отвечает за порядок на селе. Его знают и уважают, а Евгений делает все возможное, чтобы каждый житель Михалишек чувствовал себя в безопасности. И сегодня бывший участковый Анатолий Мешкель гордится своим преемником. Когда-то именно он передал свои полномочия в руки молодого милиционера. Прислали вот участкового, здесь уже работает много лет, пользуется авторитетом местных жителей. Когда-то я тоже работал, в принципе, как бы на его должности. Ну и вот, знаю, делились когда-то, что-то и подсказывал там, что надо. А так человек как бы создан для работы органов внутренних дел. Угу. Ну, то есть это вы видите сразу? Ну да, и от населения отзывы хорошие, и так. То есть человек на своем месте. Деятельность участкового не терпит безразличия и сухости. Приехать на вызов, выполнить необходимые административные процедуры, составить протокол и попрощаться – это не для Евгения. Он постоянно на связи с сельчанами, каждому старается найти подход. В его обязанности входит широкий спектр задач – реагирование на обращения, профилактика, повышение уровня трудовой дисциплины на объектах агропромышленного комплекса, вовлечение в трудовую деятельность безработных, контроль и, если надо, силовое задержание. Каждый день, несмотря на выходные и праздники,
праздники, Евгений на дежурстве. И быть универсальным милиционером ему нравится. Тем более, что для работы созданы все условия. Есть служебный автомобиль, жилье, а сейчас еще и планшет выдали. Ну, знаете, сучаны же разные бывают. Надо с кем-то и пообщаться. Но я стараюсь каждому найти какой-то... Каждому подойти индивидуально. Каждому жителю подойти именно индивидуально. Потому что, ну... Как вам сказать, под одну сезонку всех же не подгребешь, правильно? Соответственно, кто-то где-то злоупотребляет, кому-то нужна другая помощь, кому-то просто консультация. Каждому стараюсь помочь. У каждого есть мой номер телефона, каждый в любое время может мне позвонить, я приду на помощь. Евгений Владимирович у нас очень хорошо помогает с точки зрения соблюдения закона в нашем хозяйстве, поддержания порядка. Очень хорошо вносит свои коррективы, если необходимо провести беседы с людьми. Есть такой контингент людей, которые необходимо присутствие людей в погонах. Вот, Евгений Владимирович выполняет эту работу очень хорошо. Вот, ну и, как говорится, даже авторитет у Евгения Владимировича, он присутствует, и достаточно одного его слова некоторые люди начинают, как говорится, выполнять то, что до этого не хотели от слова совсем. В рамках совместной работы мы проводим, как говорится, спонсорскую помощь по обеспечению электронными средствами. Значит, вот это теперь пока планшет. Вот. Ну, в целом, если им какая-то нужна будет помощь, мы будем прилагать какие-то усилия, чтобы выполнять и помогать. К слову, Евгению даже на службе в РОВД легко удается совмещать две своих профессии – учителя и милиционера. Навыки педагога очень помогают сотруднику милиции в его работе с гражданами. В этом году инспектора вместе с местным библиотекарем создали и запустили проект «Право для всех», в рамках которого детям и взрослым простым языком объясняют, рассказывают основы права. Создали проект, сделали план. Ну, соответственно, сейчас его реализуем. Уже прошло очень много занятий. И причем, знаете, так вышло, что педагогическая стезя пошла не только к детям. То есть я каким-то отраслям права, ну, то, что меня научили в академии, то, что я знаю, я обучаю не только подростков, детей, но и взрослых. Вот даже в этом году, в прошлом году у нас на территорию не случалось никаких, ну, таких вот серьезных преступлений. Я считаю, что все-таки вот это вот разъяснение гражданам отрасли права, разъяснение самого права идет как профилактика в совершении каких-то правонарушений и преступлений. Знакома с Евгением Владимировичем мы довольно-таки давно, потому что 12 лет я уже как живу в Михалишках. Вот с того времени, наверное, я его и знаю. Но а ближе мы познакомились уже, так сказать, по моей работе, по его работе, так как мы сотрудничаем вместе, а теперь мы сотрудничаем очень тесно, так как у нас на базе нашей библиотеки действует наш проект «Право для всех». Что могу сказать про Евгения Владимировича? Ну, вообще, это очень ответственный человек, я вам честно хочу сказать. Если он пообещал что-то, значит, он сделает. Не просто так. Он внимательный, он идет к людям. То есть не так, как сам там где-то по себе, а вот он возле людей, к людям, и люди тянутся к нему. Сегодня в такое время молодежь наша, и не только молодежь, на деревне не все, может быть, настолько грамотные, как бы хотелось именно вот в правовой культуре. Поэтому мы решили, что нужно сделать такой проект. Нам совместный, вот библиотека, РОВД и отдел образования, так как мы посещаем школу, и к нам приходят ребята. Вот. И я надеюсь, что наши занятия проходят и будут дальше проходить недаром. Особенно для ребят, которые, ну, прежде чем что-то сделать, подумают, нужно или нет. Вот именно после наших занятий. Так как мы сейчас изучаем административное право, и вот с сентября месяца у нас уже будет уголовное. То есть это серьезные темы, к нам приходят тоже серьезные люди. Евгений Владимирович вместе с нами, он рассказывает, он доводит. Мы никого не пугаем, нет, ни в коем случае. А просто рассказываем, как правильно нужно поступить в той или иной ситуации. Служба участковых – одна из наиболее важных в системе МВД. Ведь участковый инспектор – это, по сути, лицо правоохранительной системы. И Евгений Орловский со своей задачей отлично справляется. А благодаря таким землякам наше спокойствие в надежных руках. Я вам такие...
какие выходные запланировала. Только нам нужно еще какого-нибудь человека найти, чтобы было интереснее. Как дела? Ты вообще куда летишь? Не замечаешь? Честно, времени на что? Нет, я не успеваю ни поесть, ни отдохнуть. Не знаю, что делать. Я знаю, где тебе классно отдохнуть и вкусно поесть. Батькова булка. Батькова булка? Все твои дела подождут. 17 августа. Такой родной запах. На сегодня это главное, о чем стоило рассказать и что обсудить. Всем хороших новостей и до встречи в среду.